Да, первый раз. Как? Ну, и Пятигорск я не видел, но Машук видел. Теперь Машук, как бы место симпатичное. Мы слышали такую информацию, да, или как бы она общедоступна, о том, что Северный Кавказ, к сожалению, не выделяется на фоне всех округов по части именно получения президентских грантов. Более 77 тысяч проектов было фондом за это время рассмотрено. Но самое главное, что из этих 77 тысяч было выбрано почти 16 тысяч проектов. То есть это очень много в масштабах страны. То есть 16 тысяч инициатив за 3 года получили финансовую поддержку на почти 33 миллиарда рублей. 100 миллионов рублей, то вот мы за 3 года на 600 миллионов всего выдали грантов в регионы Северо-Кавказского округа. А кто подавал заявки на президентские гранты? Так, вот, так уже меньше. А кто выиграл президентский грант? Вау. Вот, есть у нас среди тех, кто выигрывали президентские гранты. Это уже хорошо. Ну, еще раз говорю, это такая история, она, я бы сказал бы, ну, ее можно по-разному трактовать, и она не такая однозначная. То есть есть Северо-Кавказскому округу точно есть куда стремиться, то есть потенциал огромный, ну, просто потому что здесь потрясающие кладезь тематик для проектов. То есть есть удивительное культурное наследие, которое там может быть предметом, там, не знаю, не десятков, а даже сотен проектов, потому что у нас краеведческая тема, например, деятельность фонда, она одна из самых важных, и президент отдельно в послании вот, несколько лет назад об этом даже, ну, то есть отдельно уделил внимание в послании, рассказав, что, поставив перед нами вот в послании прошлого года, как раз поставил задачу, что усилить поддержку краеведческих проектов, ну, как пример, вот. То есть мы постоянно работаем с этими тематиками. Есть еще, вот тот же вопрос тоже, с чем сравнить. Например, фонд президентских грантов работает чуть больше 3 лет. И он появился там, фонд создан в апреле 2017 года. А до этого было 9 других грант-операторов, и было у них даже больше конкурсов. Но вот у 9 грант-операторов, которые провели суммарно 36 конкурсов, в 2016 году, за год до нашего создания, из Северного Кавказа победило 3-4 проекта за год. Вот 36 конкурсов, 3-4 проекта. В этом году, в 2020, в наших конкурсах победило 115 проектов, то есть больше, чем в 3 раза больше. То есть это не на сколько-то процентов, а больше, чем в 3 раза. То есть было 34, стало 115. Это значит, что на самом деле как бы ситуация-то, она значительно улучшилась, ну, кратно улучшилась. Но можно ли лучше? Еще 100% можно. То есть я думаю, что еще там, если еще в несколько раз, тоже можно. То есть потому что потенциал региона огромен. То есть я думаю, что здесь просто очень много. Я думаю, что главная история в том, что здесь очень много хороших людей, которые привыкли все делать вот по-простому, без документов. То есть вот просто помогать это друг есть, другу. Да, вот. По-братски. Да, и не нужно, и от души, и ничего не надо никаких. И поэтому и для них даже эти многие вещи, которые мы предлагаем, да, наши проекты, они непонятны. Потому что, ну, хочешь сделать доброе дело, да что тебе нужно? Просто берешь там, надо мостик подлатать, там, собрали, сделали. Есть какой-то памятник там героям войны, например. Нужно, ну, взяли, собрались все вместе, и там за сутки все там, кто-то кисточки принес, кто-то краску, и все сделали. То есть не нужно не запрягать долго, ни какой-то там это, не расписывать это в документах. Но все равно президентская поддержка, это же и статус, и деньги, и вместе с этим приходит информационная поддержка, и различные налоговые возможности. То есть целый ряд каких-то таких приятных бонусов, потому что поэтому президентский грант это очень такая классная штука. Но действительно, ради него нужно заявку подписать. Как бы. Поэтому и вот количество заявок оно в Кавказе увеличивается, но я говорю, здесь просто вот, но особенности, вот просто даже, я думаю, что вот такой менталитета в том, что вот все привыкли, ну, все люди привыкли делать все сами. И это, сами на коленке. И никому, да, сами на коленке и никому за помощью не ходить. Это на самом деле вызывает бесконечное уважение, на самом деле, к организациям, к людям. Вот, ну, это просто удивительно. Поэтому, и мне кажется, что на Кавказе все хорошо, просто, говорю, может быть,
еще лучше. Надо подкрутить качество, с количеством все более. Нужно подключить качество проектов. Вот нужно в этом, для этого нужно, чтобы все-таки, вот самый важный здесь фактор доверия, потому что мне кажется, что до сих пор именно на Кавказе не все верят, что вообще это вот реально президентский грант. Потому что все кажется, что ну вот где-то это Москва далекая, которая там иногда деньги присылает, но она такая вот, она какая-то такая обезличенная. То есть, и кажется, что это вот там какие-то, сидят там какие-то зомби, наверное, или такие воганы, как в книге «Автостоп по галактике». Но вот они, но что-то неодухотворенное точно и точно не такое непонятное. А вот а на самом деле в Москве такие же люди, да? Хотя сам я не из Москвы, но и здесь... Но обращение в фонд это, и получение президентского гранта совершенно реально. А вот когда в это поверят, когда поймут, что не надо никакие, ну, искать какие-то ходы, не нужно через кого-то это решать, как принято тоже такой фразой, которую Кавказу еще долго придется искоренять, что все, наверное, если нет контакта прямого, а это для нас, это сложно понять, потому что фонд, в принципе, работает в дистанционном формате. То есть фонд всегда на удалении определенном. То есть мы не встречаем. Мы иногда только встречаемся с грантополучателями, только на мероприятия выезжаем, но мы никогда напрямую, нам нельзя вживую привести заявку, к нам эксперты напрямую ни с кем не контактируют, они видят только документы в электронной форме. Те, кто оценивают. И поэтому это очень сложно, ну, для восприятия. То есть, как же так без живого контакта? Да? А оно без живого контакта позволяет исключить как раз коррупционный фактор, чтобы не было, ну, чтобы конкурс был по-настоящему так честный и справедливый. Это самое главное. Вот, и я думаю, что со временем, видя, ну, это же работает только, знаете, вот от человека к человеку. Если сосед получил грант, сам, да, рассказал все, ты понимаешь, что да, за него некому и просить было, а он получил. Все, тогда ты начинаешь в это верить. А до этого все равно не веришь. Эту цифру можно отдельно говорить, но она очень показательна. Вот представьте себе, у нас уже там достаточно давно фонд 3,5 года существует. Уже где-то больше года назад мы этот сервис самопроверки запустили. Вот за все время, вот у нас 77 тысяч подных проектов, вот 21 тысяч человек прошло онлайн-курс, из них только 4 тысячи до конца дошло. То есть это, знаете, как бы человек приходит так, начну, ну, что там, как эти проекты делаются в фонде. Начинаю, там, первые 10 минут посмотрел, что-то, блин, сложно. Все, и вот до конца дошли только 4 тысячи, да, то есть... Недавно ездили по Кавказу, я столкнулся с одним из получателей фонда. Он возрождает этнодеревню в селе Чох. Это высокогорный Дагестан. Совершенно потрясающая история. Но мы отдельно ее у себя на сайте расскажем. Есть другой пример, с которым я лично столкнулся. Да, сейчас мы достаточно часто стали посетителями всевозможных лабораторий, потому что нужно сдавать тесты и как-то узнавать, все-таки ты переболел, не переболел, и вот это вся... Если этот мандраж определенно существует, в инвитро лежат брошюры. И на брошюрах я увидел логотип фонда «Президентский грант». И мало того, с информацией о фонде я столкнулся в блоге, не поверите, Олега Тинькова, который переборел лейкозом. А фонд «Президентский грант» поддержал сейчас регистр доноров костного мозга. Да, совершенно верно. И вот это наглядный пример, когда ты сталкиваешься с деятельностью фонда, с очень позитивной деятельностью фонда. Вот просто... Я сейчас прямо перед началом площадки нашей, мне мой одноклассник, с которым мы учились там больше 20 лет назад в одном классе, мне сейчас прислал фотографию, что он на Куршской косе, и на Куршской косе там есть такие вот, там один проект, который прям по сохранению природы, экологический проект, реализуется в Калининградской области. И реализуется, а он просто с семьей туда приехал, и там логотип фонда «Президентский грант», он мне просто фотку прислал, как бы вот так вот, как бы, и это тоже так забавно. У вас классная работа, потому что можно получать такие отзывы совершенно от неожиданных людей совершенно, просто потому что, и ты тогда узнаешь о том, и какую-то обратную связь от проекта. Бывают хорошие отзывы, бывают плохие. У нас есть проект, я не буду называть его там, но он в сфере культуры, он связан с там иным прочтением классиков российских. Поэтому иногда приходит и обратное, что вообще, как вы могли такой в сфере культуры проект поддержать, а?
ну, а мы поддерживаем палитру, то есть мы поддерживаем палитру разных мнений. То есть они, ну, люди, потому что люди себя самовыражают по-разному, и для фонда важно просто создать условия для самовыражения. То есть если ты, ну, понятно, что в каких-то ну, рамки должны быть все равно, да, там мы совсем какой-то, совсем суровый авангард мы не поддержим, но все равно, но это творчество, и нельзя его никак регламентировать, и это, ну, да, бывают разные взгляды там на, вот, у нас был один проект, когда мы, например, рядом с Якутском в республике Саха построили, ну, вместе в партнерстве с Николой Ленивцем, местная инициативная группа делала там такую целую такую... Якутский Никола Ленивец? Да, да. Строил, да, строил в Якутии, их пригласили там, чтобы сделать арт-объект, там табун священных лошадей. И, ну, опять же, своеобразное прочтение вида лошади, потому что там из дерева так интересно делается, и там и целый табун, там много этих лошадок, и таких, ну, абы лошадок, то есть как бы, как их автор видит. И все переживали, что старейшины местные будут против. То есть и нам даже писали, что ой, сейчас вы тут нарветесь на такую, вообще вот, про что вот это ваше современное искусство, да в Якутии, а все получилось не так. Старейшинам понравилось, сейчас это место, куда все свадьбы ездят, потому что там особо не так много мест, куда можно поехать. Вместо такого посещения всех туристов, все свадьбы из Якутска ездят туда, на этот табун, хотя это новодел, да, но реально получился классный арт-объект, хотя все переживали. То есть, знаете, всегда так с проектами, потому что ты не знаешь, как он реализуется. Он может реализоваться хорошо, может плохо, потому что это всегда доверие все равно, ты всегда доверяешь. Это же не государственный орган, это всегда инициативная группа, обычные люди. И ты им либо веришь, либо нет. Но вообще надо верить, потому что вообще только на доверии вообще страна наша и может развиваться. У вас очень насыщенная программа здесь на форуме. У нас, к сожалению, очень мало времени. Мне коллеги сейчас уже может вас нужно отпускать на следующее мероприятие. Я хотел с этого вопроса начать, но наоборот им закончу. Это, ну, мы сейчас столкнулись с новым вызовом. Это пандемия, это коронавирус. И это не могло не отразиться на деятельности фонда. Как изменились взаимоотношения с грантополучателями? Насколько усложнились? Какие предложения, может быть, были сделаны в отношении грантополучателей, чтобы реализовать все гранты? Потому что это же жесткий, как и любой проект, он ограничен во времени. И грантополучатели столкнулись с этой проблемой. Но для фонда, на самом деле, могу сказать, что для нас не было это суперсложно. То есть я бы даже не сказал, что это было бы совсем, ну, то есть, чтобы все это было сложно. Почему? Потому что мы изначально строили все в электронной форме. У нас вся система фонда построена в цифре. То есть мы принимаем, готовят заявки в цифре, в электронной, в нашей системе, на сайте. Подаются на сайте. Они рассматриваются экспертами по всей стране. Им автоматически распределяются, они рассматривают в электронном виде. Сводятся результаты электронно. Все контролируется, все запротоколировано. Все имеет отметочки в системе. То есть в этой системе поэтому ничего нельзя взломать, там подкрутить, потому что все что-то на бумаге можно подделать. Ты можешь там на самом деле перепечатать, что-то там перепрошить, а в цифре все фиксируется. У тебя цифровой след остается в каждом действии. Поэтому это обеспечит прозрачность, а с другой стороны, вот нам в пандемию оказалось супер классно с этим работать. Потому что мы сотрудников отправили по домам, а у них вся работа в ноутбуке, в системе, конечно, они все делают в системе. И, конечно, мы поняли, что множество возникло вопросов переноса расходов. То есть был офлайн, нужны были деньги перебрасывать, например, на то, чтобы закупить там лицензии, там интернет оплатить более качественный, чтобы все проводить в онлайне, там средства индивидуальной защиты. Ну и вот то, что вы говорите, действительно, многие мероприятия были перенесены. У нас была потрясающая подборка проектов к 9 мая, которые выиграли, которые были потрясающие просто. Да. Вот. Но они все оказались, ну, они почти все были перенесены, и фонд просто, ну, для фонда мы не бухгалтерия, мы структура, которая создана президентом для того, чтобы в стране было больше хороших социальных инициатив. Наш вот такой KPI, результат нашей работы, это больше хороших проектов. А если больше хороших проектов, то для нас результат это чтобы они получались. Поэтому мы всегда будем биться с проектом за то, чтобы он получился. Значит, всем проектам, которые вот у нас больше 2000 проектов, мы перенесли сроки, то есть мы их продлили. У нас есть такие полномочия, и нас в этом поддержал наш координационный комитет. И поэтому мы просто все проекты будем продлять, чтобы они смогли себя реализовать.
понимает. Потому что для нас вот, ну, нет ничего страшнее не дать человеку там, ну, или команде себя реализовать, особенно из внешних обстоятельств. Поэтому мы оказались предельно гибкими в условиях коронавируса. То есть все, что можно и как помочь организациям, каждый индивидуально с каждой организацией. Вот 2000 было обращений, у нас сейчас мы поддерживаем около 7000 проектов. Вот на сегодня у нас там, мы финансируем около 7000 проектов. Из них вот 2000 обратились к нам со сложностями в связи с пандемией, и мы практически всем либо перенесли сроки, либо дали перераспределить бюджет, там, ну, внести изменения в проект, то есть это вот, но для того, чтобы проект состоялся, получился и был успешен. То есть резюмируя, не надо бояться, вообще надо подавать заявки. Тут же, знаете, какая история есть, она очень такая тоже житейская и очень понятная. Всем кажется, слушайте, ну эти москвичи, они суровые, строгие люди, там, и нас порой боятся, вот как вы говорите, боятся. Они боятся говорить правду. Вот, а самый секрет – всегда говорить правду. То есть, скажите, у нас срывается мероприятие, нас подвел партнер, там, обманул, не обещал помещение дать, не дал, поэтому нам нужно перенести, там, погода испортилась. Ну, сами мы что-то вот, немножко протупили, не вовремя разместили там анонсы о мероприятии, лучше нам перенести. Но вот всегда нужно сказать, как есть. А у нас мы все боятся до последнего, потом все происходит самым худшим образом, и это все равно вскрывается. Но надо просто заранее говорить, куратор от фонда, наш сотрудник, у него прямой его результат работы, это чтобы все его проекты были хорошо реализованы. Поэтому он будет стараться вам помогать в любой ситуации. Главное ему об этом сказать, что извините, у нас проблема. Лучше это сказать. И мы вместе найдем решение. Спасибо огромное.